Александре Вольна. У меня очень много проблем. Я уже здесь как сильно увольнил, у меня очень много проблем. Я просто никак не заканчиваю. Но еще одна проблема не заканчивается, как другая. И столько я вот постоянно жалую, пишу, пишу. Ни одна проблема не решается. Понимаете, у нас даже нету адвоката. Даже нету правозащитников. Да, вот эти все правозащитные организации, даже это Лариса Алгарина. Они не защищают нас. Это просто не те правозащитные организации. Они работают, действительно, беженцев никто не защищает. Да, конкретно хантиря, вольно. Хантиря очень много. У меня, конкрет. Я не работаю, я бездомная. Я социальные проблемы очень полно. Но очень полно проблем. Ты хайрен чекидек, чек дирапет. Я знаю, понимаю я. Инчи чек хосу хайрен. Потому что, ну, я привыкла русскоязычная. Гуце дая пачар вара, ашкатанг чек кызну. Не принимать, потому что у меня нет связи, потому что я русскоязычная. Нет, я работала. Меня взяли уволили незаконно. Можно криминал путинцами. Принимать. Но нет своего родственника. Кстати, Лариса Алгарян 10 лет назад меня как уволили. Я подходила, чтобы она мне помогла. Она мне не помогла. Она помогла того, кто меня уволил, понимаете? 10 лет прошло, мне даже... Има конкрет, дзер баханджи, ума ухват, карабару тяны ум. Я, например, хочу, чтобы мне хотя бы предоставили адвоката, чтобы решил мою проблему. Вот это вот. Умек ты, мэ. Умек ты. Во все организации. Правозащитные организации в Армении сколько есть, я во все организации обращалась. Правительство обращалось, президенту обращалось, палату адвокатов обращалось. Ну, во все вот депутатам обращалось очень много, национальное собрание обращалось. Ну, сколько вас организаций есть в Армении? Я обращалась. А у нас Ганю Назарь. Мое имя? Арутиня Назарь. Шага. Спасибо вам.